Готовы? Иди одевай трусики. Ой, эти тапочки. Морковка. Тапочки давай. Все, смотрите, зашила. Вернее, поменяла нам вот эту сетку Лена. Так что все, теперь мы опять с платья будем носить. Это вот то, что было. А это вот эта сторона, которая сожгла. Сейчас будут взрослые. Первые огурчики. И там он еще. Ой. У нас все время. Вон. Вон там. Это вы шпингалеты мелкие. А чего? Мелочь пузатая. Да у нас вся группа мелочь пузатая была. А была, а сейчас уже что, выросла? Нет, вот сейчас пришла из столовой группы мелочь пузатая. Ага, понятно. Пошлите, давайте. Ой, машина. Никит, просто. Машина. Коленька. Все. Чуть-чуть наших осталось. Наших по разным группам раскидали. Мы будут выпускаться с вами. Понятно. Обратной стороной такой берешь. Не, обратно, обратно. Вот этой вот. И опять нажимаешь. Оп, оно встало. Ясно? Ну, нажимай кнопочки сверху. Кнопочку сверху вот эту нажимай. Нажимай. Ну, вообще не. Ну, вот, смотри, вот берешь пальчик, он вот пальчик у нас. Давай, бери, смотри. Нажимай. А ты не держи только вот этими пальчиками, это не держи. Нажимай. Ну нажимай сверху кнопочку. А ты держишь вот эти пальчики. Видно? О, получилось. А пальчики нужно убирать в сторонку. Чтобы уставить, нажимай опять кнопочку. Сейчас нужно держать. Пальчиками держишь снизу, придерживаешь. А сверху нет. О, все, а летит. Летит, что там ты летит? Ну вот обратной стороной теперь вот можешь повернуть и так вот. Вот здесь кнопочку нажать, вот так вот вставляй. Еду помогать. Не этой стороной, следующей. Все? Ой, сюда и пая. Пая, да. Все помогаешь. Дедушке помогаешь, все. По ремонту мы с тобой. На
помойку заехали машину помыть. Так вот тут все закрывается. На Лешин телефон снимаю, а то мой сел. И средства тут даже есть. Испугалась? Пойдем. Видишь, как папа моет? Класс! Здорово! Ага. Ты сам тобой делаешь. Да. Невидимый, у тебя телефон снимаешь? Камера невидимая? Не-не-не, это не дам. Это папе новый. Кто еще убьет нас. О, как моет, да? Еще домой поедет. Да. Это без пены? С пеной? Сейчас опять будет так. Смотри, не бойся. Сейчас опять резко. О-о-о! Пена, да? А, это потише. Ветер. О, как ледяный. О. Пап, хватит. Да, только тут бассейна так. Сейчас все будет. Только я не буду бояться. А во сколько по времени? Чего? Ну вот эта пена дается. 3 минуты. Ну а ты сейчас на стоп нажал, это время не считается, да, уже? А. Вот это да, я хотела потерпеть. Смотри, не упади, это скользко. А так можно закрыть, да, самому? И сколько стоит? Ты на сколько хватит, хоть 300 рублей кидай. Да? А, сколько хочешь? А, там за время платишь. Да. Ну, сколько вот, чтобы помыть машину? 100 рублей хватит. 100 рублей? Какой а чем, что ты ждешь? Че, дочь? Как сейчас? Ну сейчас ополосню. Так что-то темно. Сейчас снимают, смотри. Надо настраивать. Покажи. Ну вот же, так то же самое. Ого, так вот тут все красиво. Пойдем расценки снимем. Это расценки. Пойдем. Пойдем. Тетя Леха. Отходи. А то сейчас это шумная, Арин. Ого. Я говорю, кто-то моет машину, кроме тебя? Ну, сейчас на сезон, как-то. Mm. Да? Нет, никого. Бежала куда-то. Иди сюда. Ты бегаешь. Смотри, не упади, бегалка. Ты, ори. Тут можно и купить, а кому деньги давать. Да? Они пыльные все. Видать, пользуются спросом, раз такая пыль. Хотя они, может, не отсюда, да, берут? Это как экземпляры, а берут, может быть, не отсюда, говорю.
Папа так протирает крышу. Надо швабрку. Да, папа. Не бегай, скользко там. Хулиганка. Мне кажется, ее рано надо было, наверное, ей скапаться. Она, смотри, капает как. Леша, а если я тебе заплачу 1000 рублей, давай помою тебя тут с пеной, со всеми делами. Не будешь? Ну давай за 1500. Помоем тебя тут. Не, ну 300 рублей я тут оплачу и тебе дам. Ну и ладно, не хочешь мне контент сделать?